Но скажу вам, что все это оказалось мелочью по сравнению с главным моим ущербом. На дне чемодана лежала рукопись, над которой я работал уже 2 года. Говорят, что самая большая рыбина там, которая сорвалась. Самый богатый тур тот, по которому промахнулся. Самая красивая женщина та, которая ушла от тебя. Многие страницы моей рукописи сгорели. Теперь мне кажется, что это были лучшие страницы. Кроме того, сорвавшаяся рыбина все равно была не моя. Тур, по которому промахнулся, был не мой. И женщина, которая ушла, тоже не моя. Но сгоревшие страницы были мои. Я их сам придумал, сам пережил и выстрадал. Я провел над ними немало бессонных ночей и дней в терпеливом труде. Вот от чего я страдал, утратив свою рукопись. Вот от чего я думаю, что это была моя самая лучшая книга. Я сразу осиротел, как поле, с которого увезли снопы, или как последний сноп, который забыли увезти с поля. Каждая буква сгоревших страниц стала представляться мне жемчужиной. Строки сияли в моем воображении, как драгоценное ожерелье. Я был так потрясен, что 2 года не мог сесть за восстановление утраченного. А когда успокоился и сел, то понял, что я могу, конечно, написать заново и примерно о том же, но восстановить те прежние страницы невозможно. Точно так же, если у мужа и жены умрет любимый ребенок. Они со временем народят другого и будут любить его не меньше. Но все же это будет другой человек, а не тот, которого они потеряли. Говорят, стихи боятся воды. Стихи — это огонь, а творчество поэта — горение. Да. Конечно, стихи не должны быть водянистыми, но пусть их хранит Аллах. И от такого огня, с которым встретилась моя рукопись в гостиничном номере. Как Алу Абу Талиба обокрали квартиру. Не знаю уж, как получилось, и кто изловчился, и как вышло, что никого не было дома. Но однажды у Абу Талиба обокрали квартиру. Бросились проверять. Нет платья, нет туфель, нет денег, нет золотых часов дочери, нет золотого кольца, нет серег и других украшений. Жена Абу Талиба едва не упала в обморок. Дочь бросилась на тахту и зарыдала. Абу Талиб же прошел в другую комнату, уселся на полу и стал играть на зурне. Жена бросилась на Абу Талиба. «Как ты смеешь? Такое несчастье! Нужно бежать в милицию к прокурору!» «Что за беда? Мои стихи на месте. Смотри, все мои бумаги лежат, как лежали. Воры их не тронули. С чего же мне огорчаться?» «Кому нужны твои стихи, написанные к тому же на лакском языке?» «О, ты ничего не знаешь.
есть люди, даже называющиеся поэтами, которые только и делают, что воруют чужие стихи. Но мои слова Аллаху уцелели. Целый год я трудился над ними. И если бы они пропали, для меня было бы большое горе. К тому же уцелела зурна. Так отчего же на радость их не сыграть мне? И Абу-Талиб, не обращая внимания на вопли жены и дочери, продолжал играть на зурне.